Здравия желаю, уважаемые посетители и пользователи. Значит, со светодиодными лампочками мы разобрались. Подогнали, короче, светятся, без потребления тока. Начал работу, значит, по подгонке ламп накаливания. Вот первая ласточка, значит, 61 ватт лампа. Горит слабо пока, но дает нагрев. При этом ток не сматывает, а нагрев есть колбы, то есть для отопления можно применять, если их побольше. Знаете, как говорится, со счетчика не сматывает, вернее берет и отдает назад. То же самое по электронному, как они говорили, что это старый у меня, это вот новый электронный прибор. Тоже, как видите, стоит на нуле. Видите, берет, вот, берет немного и назад, берет и назад. Вот тут прибор ясно показывает, что берет и назад. То есть эта лампочка, значит, первая, что показал, что начал работы по лампочкам накаливания. Дальше буду продолжать, дальнейшее вот набрал лампочек разных и буду подгонять. Тут работа, видите, долго идет, потому что нет латера хорошего. От нуля, который бы от нуля, значит, до 300 вольт. Как по стоянке, как и переменки, и также по амперам, от 0 ампер, допустим, до 100 ампер. Там можно было быстрее это все отрегулировать на разные варианты. Вот. А так приходится подбирать через выпрямители. Вот на это идет выпрямитель, значит, на 21 вольт 2000 микроампер. Поэтому начало положено, дальше будем продолжать. То есть ждите еще, буду, значит, сегодня работать над этими лампами. Спасибо за внимание. Желаю всем вам крепкого здоровья, исполнения всех желаний. Враг будет разбит, и победа будет за нами.